Всем привет, дорогие друзья, с вами Кузака, и сегодня мы будем делать обзор на новое обновление в игрушке «Пятница 13-я». И да, вы меня просили очень давно, засними ты эту «Пятницу 13-я», когда будет «Пятница 13-я». Так вот, ребят, сегодня я ее записываю. Я реально уже не заходил в игру, не знаю, 2 месяца где-то, и я реально по ней соскучился, мне хочется сейчас продолжать играть, так что, ребята, влепите лайкусик, и мы продолжим. Хотя бы раз в недельку точно буду выпускать одну свежайшую серию. Да, ребят, в этом обновлении, как я понял, завезли новую карту и нового Джейсона. Я уже как бы посмотрел этого Джейсона и поставил на него некоторые, так сказать, перки, да. Вот он, красавчик. И что самое прикольное, у меня 42 уровень, и как бы, помните, до этого тоже добавляли Джейсона, и он у меня как бы не открыт. То есть их добавляют в разнобой, и там без разницы как бы. Я думаю, что сейчас он будет вообще открываться там на каком-нибудь 67 уровне. Но нет, он у меня открыт, но вот этот еще закрыт, надо будет его апнуть. Так, где мой Джейсон из 5-й части? И, кстати, я не помню этого Джейсона. То ли это тот фейковый Джейсон в 5-й части, который притворялся быть Джейсоном. Ребят, я уже забыл, полгода назад смотрел все части трилогии, не трилогии, их саги «Пятница 13-я» и уже, честно, подзабыл. Да, этот, в принципе, Джейсон чем хорош? У него есть много метательных ножей, вот прям реально много можно колоть. Хорошо выслеживает, то есть он всех жертв видит долго, и то есть его не слышно. И может быстро бегать, что тоже немаловажно. Но защита у него хромает, и, кстати, насчет этой защиты, они все хромают, так что я могу недостаток этот не считать. Сила сцепления, ну пофиг. То есть, ну, как бы хватает и хватает чуть-чуть послабже. Ну, как бы мне реально кажется, что этот Джейсон покажет себя с хорошей стороны. Так что давайте сейчас зайдем в офлайн игру. И там мы как раз таки спокойно посмотрим нового Джейсона, чтобы, ну, его обозреть. Вы сами понимаете, если сейчас буду искать игру, то я фиг зайду за Джейсоном. Так что мне кажется, лучше будет выбрать как раз таки новую карту Пайнхёрст. И не знаю, как она правильно читается. Берем этого Джейсона, принимаем. Берем хард, да, максимальный хард. Вожатый, можно побольше сделать? Нет, нельзя, 7. Все, ребят, стартуем. Сегодня мы только с вами стартуем, да. Вау. О, да, умри. Умри, тварь. Да. Как же я соскучился вас убивать, маленькие свинки. Вот это да. Да, ребята, и вот она, здравствуйте, новая карта, новый Джейсон. И меня это не может не радовать. И у меня огромный секатор, которым, знаете, что мы сегодня будем делать? Чик, чик. Да, то самое дело. Надеюсь, что там... А что мы девушкам будем делать? Я не придумал ничего пошлее, пошли, не могу выговорить правильно ударение, так что мы просто погнали к телефонной будке, потому что сложные боты, они могут мне преподать много сюрпризов, они реально более имбовые такие, как уже люди, считай. Сейчас постараемся, я не знаю, но мне кажется, они реально как имбовые люди. Как имбовые люди, что я сказал, боже мой. И посмотрите, у нас реально, у нас уже 9 долбанных ножей. И, кстати, насчет графона. Пятница... Реально, у него, что ли, новый графон? А он опять стал лучше, что ли, я не понимаю. Так, а почему я не могу ломать-то? А, я понял. Все, без проблем, хорошо. Надо отключить эту способность. Да, у меня по-прежнему 40 FPS, очень странно. Хотя мне в той же GTA-шке всегда сотка минимум выдает. Очень непонятно. Так, здравствуйте, миледи. Так, вы там выпрыгиваете из окна, как я понял. Хорошо, выпрыгиваете, я пойду сюда, вот так вот. Я сейчас обману! Надеюсь, что обману. Нет, не обманул. Вообще не обманул нифига. Надо постараться сейчас накопить как-то все способности. Она опять в этом доме, я видел. Так, здравствуй. Нифига себе, ты летаешь, как не знаю кто. Так, а ну! А ну! Да ладно, я тебя даже не схватил. Да ты издеваешься. Так, ну-ка. Так, ладно. Хорошо, чуть-чуть я разучился играть в пятницу, потому что, ну, я реально не захотел 2 месяца. Сейчас мы посмотрим на всю карту поближе, так сказать. Надо подойти к тачке, кстати, потому что, ну, что это за дела-то такие? Да, вот там вот эта тачка находится, я сейчас даже не буду летать. А что у нас еще находится на этой карте? Одна тачка.
Я все понял. Хорошо. Так что сейчас мы все быстро сюда поставим все капканчики и будем продолжать уничтожать всех жертв. Да, ребят, я реально соскучился по пятнице, хоть мой скилл сейчас, ну, на уровне такого и, ну, так сказать, не очень опытного игрока. Хотя я довольно долго играл в эту игру. Все, теперь пора уничтожать всех этих миледи. Здравствуйте, давайте испытаем на вас какое-нибудь супер хорошее убийство. О-о-о, в грудную клетку и по рукам. Чё? Мы и типа вены перерезали все. Офигеть, это реально четкое убийство. Такого реально не было, прям эксклюзив, супер эксклюзив. А там вот как раз таки самый главный дом, и он, кстати, какой-то маленький. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Так, мне кажется, лучше сюда бежать. Потому что, да, там кто-то светит своим фонариком, такая черная шоколадочка. А ну иди сюда. Я иду уже за тобой. Блин, реально так круто. Он быстрый и маневренный. Сейчас мы спокойно добежали до домика, а мы бы там еще бы шли, шлялись, ничего бы не могли сделать. А мы взяли, добежали. И, кстати, кровь добавили на... Оружие Джейсона, раньше ее вроде как не было. Так, мне показалось. Нет, мне не показалось. Она либо здесь стоит, либо... Либо под кроватью под какой-нибудь, да? Как я понимаю. Но здесь она точно есть, да? Смотри, выхожу. Она здесь есть, 100%. То бишь, она в какой-то из кроватей. Ну, 100%, ну как она? Она здесь была, я помню. Еще две кровати, в принципе. Так что спокойно, сейчас мы потихонечку разделаем. Она там долго не протянет. Либо я лох, что-то промахнулся как-то. Да, на 100%. Вот, в той кровати все. До свидания, миледи. Я уже иду тебя убивать. Да. Я был прав, что она здесь сидит. В самый дальний, в самом уголку данной комнаты ты погибнешь. Могла бы вылезти и, по крайней мере, убежать. Ты, блин, быстрая бабенция. Так, что они там делают? Что они там делают? У него вопрос такой настигает меня. Пу-пу-пу-пу-пу. Давайте телепортнемся вот сюда. Посмотрим как раз-таки новый домишко. А вот он и новый домишко. Здравствуйте, да? Он большой, кстати. Он в длину большой. Он какой-то прям это длинный-предлинный, как у Джейсона его питон. Да? Так, она выбежала. Она выбежала, или он? Сейчас мы посмотрим, кто он есть, кто. Так. И, кстати, летает он тоже неплохо. Так, здравствуйте. Хват у него тоже неплохой такой. Так, давай. О! Это реально очень офигенное убийство. Просто минус челюсть, минус мозг. Офигенно. Реально, он безжалостно так его взял и разделал. Class like we did, что-то там мне бабка моя говорит, что я такой красавчик, точнее мамка, это ж его мамка точно, я уже все просто забыл, точнее не забыл, я просто так от балды сказал, я это все помню. Хы. Так, и в этом доме, нет, слушайте, боты, ну, по сравнению с людьми, но они реально тупые, хотя это хард, ребят, ну, как бы, это максимальный уровень сложности, могли бы там сделать какую-то продумку, а им просто добавили такие печенюшки, что в каждом доме у них находятся всякие вкусные боеприпасы, которые там могут завести лодку, либо машину. Так, он выбежал, да? Или нет? Нет, там уже делают все дела, мне кажется, надо тебе тоже сделать дела. Ну, к примеру, утопить в толчке. Мы еще испытаем много всяких убийств. Похлебай немножко говняной водички оттуда. И давай, давай, давай. Как бы пить человеку в день надо по 2 литра. Надеюсь, что ты попил и насладился вкусной водичкой. Или ты уже там это, от травки. Весь погиб. Так. Угу. Угу, кто-то там копов хотел вызывать. Кто и такая? А кто и такая? Так, ясно. Быстрей. Где там эта фигня находится? Где долбанный... Так, она его не починила, все хорошо. Только нехорошо, что да. Она, наверное, там закрыла дверку всю. 9 ножей, и мы, кстати, еще ни одного не использовали, что очень даже странно. Там одна дверь выломана, но я эту сломаю, чтобы потом на всякий случай можно было бы уже все доделать. Она там 100% сейчас пряталась, долбаный... Как его называют-то? Ага. Под кровать. 100%. Нет? Нет? Она более тупая.
Давай, давай, хватай, все, и давай испытываем теперь мы на тебе первое убийство. Давай, вот так вот. Хорошо. О, по носу дали, кровь потекла. Да ладно тебе! Да ладно! Это что за такое? Охренеть! Она аж туда сразу под землю похоронилась. Ты, Джейсон, что делаешь? Мне реально нравится убийство этого Джейсона. Они прям слишком жестокие. То есть этого не хватало. То есть вы помните, как он в фильме всех безжалостно убивал? Здесь так же абсолютно. Не знаю, мне прям он впечатляет. Либо я настолько давно не играл в пятницу, что мне настолько такая, что... Охренеть, как круто, бро. Так. Что, ты здесь где-то, да? Я не верю. Плавь собралась, дура. Так, а как насчет вместе поплавать, Фрэкенштейн, или как тебя там зовут, я уже забыл. Физику сдаешь, да? А сколько вот по физической формуле ты сможешь находиться под водой? Думаю, что недолго, потому что мы уже с тобой расправились, мой милок кудрявый. Так, что у нас, где там дальше-то все находятся-то? Не понять мне этого. Так, понять, все прекрасно понять. Все хорошо, нифига себе, там гром гремит, земля трясется, курица по полу метется. Так, я чуть-чуть не понял. Шо ты, дай ты моим ходынке? Вы хотите кушать? А че я не могу отсюда спрыгнуть? Кто там в главном доме у нас находится такой? Раз, минус дверь. Кто у нас здесь? Никого? Хм? Где? Где ты? Где же ты, где? Звездочка алая, интересно мне. Пу-пу-пу-пу-пу. Реально, что-то сейчас непонятно ничего. Так она в этом доме была, или он? Почему я всегда она говорю, не понимаю. Уже привык, что бабы здесь играют. Так, ну да... Все верно, типа, лол. Наверное... А, на втором этаже, да. Вот кругляшек показывает, что чуть-чуть выше. И, скорее всего, это пришел ее черед. А, это Чан... Чат Фликинстлон какой-то там, не помню. А, у него ножичек. Он, получается, меня просто сейчас ждал. И сейчас будет убегать от меня. Хорошо. Кстати, Джейсон этот вообще какой-то более обычный мужик. Он застрял в текстурах, что, серьезно? Посмотрите, у него, то есть, обычная такая голова вроде бы выбрита. Я даже сейчас его не буду уничтожать, он все равно никуда не уйдет отсюда, я уверен. Так, ну реально он такой обычный. Я бы хотел посмотреть на его морду, но, к сожалению, нам этого никто не даст сделать. Давайте убьем самым крутым убийством. Как по мне, это было третье. Ну, вы посмотрите, насколько это... О-о-о! Как бы мы ничего ему не отрубаем, но мы делаем ему настолько больно, что он от шока просто умирает. От шокового состояния. Угу. Я еще тот кровожадный маньяк, Джейсон думает. Так, а сколько у нас осталось? Последний Томми Джаррис, мой проклятый враг. Заклятый, тупой вражина, который мне ничего не сделает, потому что я красавчик. Нифига себе. Это что здесь, оранжерея какая-то? Вы посмотрите. Это они здесь коноплю выращивают. Вот, блин, нифига себе. Нет, не конопля, это какие-то это... хлеб растет здесь. Я знаю, это какие-то мандарины, апельсины. Я не знаю, что это такое растет на самом деле. Непонятно. Так, вот мне еще одно непонятно, где находится наш дружок под именем Томми Джаррис. Резиденция... Нет, показалось. Может быть, ты здесь? Эй, дружок? Покажись побыстрее. Мне бы хотелось бы испытать на тебе еще раз мое любимое убийство. И, кстати, у меня ножик вроде... Нет, он до сих пор кровавый. Блин. Без понятия, куда можно бежать, чтобы найти его. Потому что мне что-то вообще ничего не показывает. Либо он сейчас запрятался где-то и будет просто сидеть. Кстати. А прикиньте, это тоже как один транспорт. То есть может сюда залезть. И Джейсон ничего не сможет сделать. То есть он будет такой стучать. Прикиньте, это транспорт, стоп. Если новый транспорт добавили, то это было бы очень круто. Мне бы это очень сильно зашло. Да, а где он? Где он может быть? Может быть, ты здесь? Ага! Как я и думал, надо было просто телепортироваться в ту точку, где никто не находился. Вы посмотрите, какие боты тупые. Они реально стоят на одном месте, потом прыгают куда-то непонятно. Еще так вот прыгают, как не знаю кто. Как так можно прыгать? Чат. Ой, не чат, а этот Томми Джаррис, боже мой. Перепутал ваши имена, извиняюсь. Ладно, скоро... Ой,
Я уже понял, что мне сейчас залагает пятница, и все придется заново записывать. Вот это было бы очень не круто. Так, ты, получается, у нас где-то здесь. Перелезает, значит, такой, да, деловой? Обратно перелезает, да? Потом обратно перелезает? Вот он меня троллит, скотина. Вы посмотрите на него. То есть я здесь, потом здесь, потом здесь. Офигеть, вы посмотрите, как он четкий, а стрелять-то он умеет. Ладно, это его последний выстрел был. Он-то мне ничего не сделал плохого, этот выстрел. Он обратно перелез, он дубина. Он дубина, вы скажите мне. Он реально тупой. Так-то ты за это поплачешься, дубина стейросовая. Браво, ножик у него. Ладно, мы чуть-чуть побегаем, мне как бы торопиться некуда. Джейсон не любит скорости, он уже ярсен. Он полностью готов тебя уничтожать, скотина, ты моя любимая. Да, убежала скотина любимая в другой домик. Так, сюда вот телепортируемся. Ай, тупой ты, ё-моё, Томми Джервис. Вот что ты вот... Вот зачем ты прячешься от меня? Вот скажи мне, если я могу просто подойти и сделать вот так вот. Вот зачем? Зачем просто от меня прятаться? Я не понимаю. Зачем вот ты сюда вот зашел? Ну скажи мне. Ну зачем? Давай отвернусь. Давай я посчитаю. Раз, два, три. Кто не спрятался, тот не виноват. Ха-ха-ха! Лук не спрятался, нифига. Я тебя нашел, я тебя убил. В принципе, друзья, вывод о Джейсоне... Джейсон реально убийство. Ну, по крайней мере, я с этими жертвами, ну, расправился на раз-два. При том, что я не играл в эту игрушку полтора месяца, боже мой. И то и бишь, я просто, можно сказать, разучился. А его вот эти все навыки, то, что он хорошо умеет бегать. И много кинжаликами я особо даже не пользовался. И ловушки у него нормальные. Не, мне понравился, в принципе, сбалансировка его способностей. Мне... Можно им играть, в принципе. Только я не знаю, на каком он уровне, ребята, открывается. Потому что у меня как бы не написано было, на каком он сразу был у меня открыт. Но я думаю, на каком-то 30-м. Так что любители поиграть в пятницу 13-м уже 100% его открыли. Ну а так, ребят, мы в следующей серии поиграем с подписчиками на другой карте. Точнее, на этой карте вот как раз-таки. Потому что сейчас уже 12 часов ночи и просто никого нет в сети. А одному записываться с америкосами мне как-то даже не хочется. Скучная серия получится. И мы сейчас просто обозрели новую карту и обозрели нового Джейсона. И, кстати, насчет новой карты, ну, я бы думал, что могли бы сделать что-то покруче. Потому что это просто совместимость то, чего уже было. Мне бы хотелось бы планировку домов новую, там, не знаю... Что-нибудь типа того. Ну, не знаю, как-то обычная карта есть и есть. Немножко планировка другая, и все. В принципе, друзья, подписывайтесь на каналчик, ставим лайки, а также оставляем свой позитивный комментарий. Ну и все, дорогие друзья, с вами был Кузака, всем удачи и всем до скорого!